Химках запущен процесс объединения детских садов. Первыми под реформу попали «Ромашка», «Сказка» и «Золушка». Теперь у них будет общий бюджет. Сотрудников дошкольных учреждений собрали вместе и успокоили, что на их работе реорганизация не отразится. Условия труда останутся прежними. Будут сокращены только должности заместителей заведующих. Когда небольшие бюджеты сливаются, всегда больше возможностей. Причем на вашу зарплату, так как у вас подушевое финансирование, вы знаете об этом, это не скажется. Плюсы мы видим именно в увеличении стимулирующих. Родители и дети от реформы также ничего не потеряют. Они остаются на базе своих групп, они остаются со своими любимыми воспитателями, но, учитывая ту же экономическую эффективность, у родителей могут появиться большие возможности для того, чтобы с их ребенком работали дополнительные специалисты как коррекционного направления, так и доп. Образования. На сегодняшний день в Химках работает 51 сад. Часть из них объединят, другие станут отделениями при школах. Всего в округе будет 21 дошкольный образовательный комплекс. И еще трех садов реформа не коснется, в том числе коррекционных учреждений. Реорганизация завершится до 1 сентября.